Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием из книги «Великий музей мир». Ритуальный сосуд Кенди. Остров Суматра. 1885 год. Глина. Лепка. Обжиг. Высота 40. Кенди. Специальный сосуд, предназначенный для проведения церемонии Турунмандии. Прохождение через омовение. До сих пор распространенный среди народности Минанкабау, проживающей на Суматре. Несмотря на то, что в настоящее время ее представители являются мусульманами, они продолжают исполнять этот обряд инициации, восходящий к доисламским верованиям. Он проводится над ребенком в возрасте 3 месяцев. Кроме того, подобные сосуды используются в свадебных церемониях. Форма изделия изображает череп буйвола с рогами, который приносился в жертву во время свадьбы. Фигурка женщины саронги передает ритуальное омовение. Вода в таком сосуде считается священной, и окропление ею призвано защитить человека от всего отрицательного. Данный предмет был найден при дворе Туланг-Баван, королевства Лампунг на Суматре. Вот такое описание к работе «Ритуальный сосуд Кенди. Остров Суматра. 1885 год» из книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.